В начале 90-х годов произошла совершенно незабываемая, интереснейшая встреча землян с существами инопланетной цивилизации. По решению определенных организаций, подготовленные люди в одной из центральных частей России встретились с инопланетными цивилизациями, предварительно, естественно, договорившись, предварительно, естественно, получив разрешение, там была достаточно длинная история для того, чтобы эта встреча произошла. И когда это случилось, группа из 8 человек, а также люди, сопровождающие эту группу, вместе с телевизионной группой, тогда, которая называлась тогда еще «Белая ворона», «Белая ворона» была такая группа, мы были привезены в одно место, и относительно этого места шли примерно минут 30-40 вглубь леса, и достаточно все в тревожном состоянии. Каждый думал о своем. И через какое-то время в лесу мы вдруг увидели огромную, очень правильной формы круглую поляну. Но чем она была примечательна, чем она была удивительна? А тем, что на поляне лежали деревья, кустарники, в общем-то, вся растительность в одном направлении. И было впечатление, будто бы все это было пластилиновое. Ни одной веточки, ни одного листочка не было сорвано с этих растений. Ну, не удивительно ли? Мы остолбенели, стояли, мы поняли, что мы пришли на место, но та тревога, которая нас внутри посетила, она не уходила, и, в общем-то, в этом состоянии мы даже не знали, что еще и делать. Два человека из группы, они были введены небольшим толчком в спину вот в этот круг, в эту поляну. Это же тоже интересное достаточно явление. Почему? Потому что сразу же стало очень хорошо. Сразу стало комфортно, сразу стало спокойно. Это удивительно. Вне поляны одно состояние, через 3-4 секунды, войдя в поляну, состояние великолепное. Удивительно. Но, находясь внутри состояния, мы стали получать информацию, которую, честно говоря, записывали. Да, мы подготовились к этой встрече. Информации было очень много, различная информация. Но вот я очень хорошо запомнила не саму даже информацию, потому что мы ее принимали в определенном состоянии, а очень запомнила состояние благости. Вот это совершенно точно. Но было впечатление, что мы где-то находились примерно минут 15-20 внутри вот этой поляны, а потом точно таким же легким толчком нас вывели из этой поляны. И опять поменялось состояние. Ну, естественно, люди, которые с нами пришли, находившиеся вне круга, заулыбались, видя нас, что мы живы, целы, находимся в прекрасной совершенно психической форме, физиологической тоже. Параллельно всему этому телевизионная команда ребят, они все это снимали. Ну, я забегая вперед, сразу скажу, что когда стали проявлять свои пленки, у них совершенно ничего не получилось. По какой причине, не знаю. Ничего не получилось, ни одного кадра. Ну, мы пошли от этого места обратно, и где-то, возможно, метров через 20, ну, может быть, поменьше, ну, где-то, я так полагаю, метров через 20 я оглянулась. Да, говорят, не оглядывайся в прошлое и не оглядывайся, как жена Ноя. Я оглянулась и увидела двух людей. Вот на самом деле это были, в принципе-то, люди. В обтянутых черных комбинезонах блестящих. Единственная разница была та, что они были значительно выше ростом. Ну, это совершенно точно, что больше 2 метра, 2,30, 2,5, может быть, примерно. Я вот так вот их увидела. И взгляд.
Когда смотрит человек, он излучает энергию, а там этого и не было. Ну, был просто взгляд. Вот так мне запомнились эти два человека. Через некоторое время я хочу сказать, что я начала взаимодействовать с инопланетянами этой цивилизации, с существами этой цивилизации. Это продолжалось в течение 2 лет. То, как мы общались друг с другом, было настолько человечно, настолько по-доброму, что я бы желала, чтобы так общались люди на Земле на самом-то деле. Вопросы были разнообразные с нашей стороны, с моей стороны, и с их стороны. Достаточно было все интересно. Я сейчас вспоминаю, что я спросила у них, а какая первая игрушка или игрушки там у ваших детишек? Была большая пауза, слово «игрушки», а потом был ответ. У вас это будет компьютер с 2 клавиатурами. Интересно. Я помню, что я написала «компьютер». Неправильно написала. Я очень люблю русский язык и не люблю, когда делают ошибки орфографические. Честно говоря, в русском языке, но сама допустила тогда ошибку. Я забегая вперед скажу, что 6 или 7 лет тому назад японцы изобрели игрушку для детей 2-3 лет. Это компьютер с 2 клавиатурами. А мы могли так говорить, наверное, всю жизнь, честно говоря. Ничто нам и не мешало это. Но так сложились обстоятельства, что это всего лишь продолжалось 2 года, и не так часто мы разговаривали друг с другом. Возможно, это было где-то раз в 1,5 месяца. Да. Но я помню это до сих пор, потому что то тепло, которое осталось у меня в душе, то тепло, которое они родили в моем сердце, конечно, это дорогого стоит на самом деле. И если бы мы, люди Земли, умели бы так, или, скажу, имели бы возможность вот так легко и просто взаимодействовать с существами инопланетной цивилизации, я думаю, все бы были счастливы. Это единение добра, это единение, несущее свет и нам, и им одновременно, и продолжающее на Земле жизнеутверждающие позиции жизни, любви, добра и так далее. Тут можно много о чем говорить. Оно заложено в нас внутри на самом деле. И надо именно к этому стремиться, потому что на настоящий момент времени, можно сказать, мы все равно к этому идем. Есть много препятствий или ставится много препятствий, не знаю, как правильно сказать. Но, тем не менее, процесс воссоединения с космосом будет. Я не знаю, когда. И как он будет выражаться. Действительно, просто это будет какая-то встреча и телепатический прием информации в легкую. Так будет у человека с инопланетными существами. Ну, трудно сейчас сказать. Но однозначно это будет. И я хочу сказать, что это только укрепит связь. И дай Бог, чтобы все это произошло как можно быстрее. Чтобы люди поняли, что космос – это не зло, а космос, наоборот, это любовь и добро. И я думаю, что человечество проснется и придет к этому буквально в ближайшие 10-20 лет. Спасибо большое.